Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня я хотел бы вам рассказать об интернете вещей, что это такое, как он работает, где применяется и в особенности, как он может помочь стать библиотекам более современными и идти в ногу со временем. Интернет вещей сегодня – это устойчивый технологический тренд. У многих электронных предметов появляются возможности взаимодействия между собой. Совокупность методов и каналов связи, используемых для реализации обмена данными между такими устройствами, и стали называть интернетом вещей. На этой картинке вы можете увидеть аббревиатуру английскую IoT. Это сокращение от английского Internet of Things, то есть интернет вещей. Итак, предлагаю рассмотреть базовую конфигурацию интернета вещей, то есть минимально необходимая техническая его реализация. Для реализации классического интернета вещей как минимум необходимы следующие средства. Это средства измерения. Такими средствами могут выступать, например, смарт-часы, какой-нибудь фитнес-браслет или любые датчики, такие как, например, датчик температуры, датчик влажности воздуха, датчик частоты сердечного ритма. Это может быть видеокамера или еще какое-либо устройство, считывающее информацию. Без каких-либо датчиков система интернета вещей будет глуха, слепа и не сможет собирать необходимую для работы информацию. Следующее. Необходимая вещь – это средство идентификации и связи. Средства связи могут быть разные. Это может быть протокол Bluetooth, либо Wi-Fi, либо мобильная система передачи данных, такие как, например, 3G, 4G и другие сети мобильных операторов. Средства идентификации позволяют определять каждое из подключенных к интернету вещей устройств, чтобы однозначно понимать, где какое устройство, а также не позволяет подключаться к системе лицам, не имеющих к ней доступа. Следующее средство из минимально необходимого набора – это средство обработки информации. Как правило, это может быть какой-нибудь облачный сервер, либо просто мощный компьютер. А в некоторых случаях роль центра обработки информации может даже и играть обычный смартфон. Я чуть дальше расскажу о нем чуть подробнее. Как раз связь вот этих трех базовых компонентов, как измерение, средство идентификации связи и средство обработки информации, они из себя представляют систему интернета вещей. С помощью средств идентификации, посредством связи, сервера получают и обрабатывают информацию и предоставляют ее человеку уже в обработанном виде. Предлагаю рассмотреть простейшую систему интернета вещей. Многие люди пользуются фитнес-трекерами, которые умеют измерять пульс, количество шагов, а также подсчитывать примерное количество калорий, которые тратит человек во время физической активности. Центром сбора статистики и обработки информации выступает смартфон, связанный с этим фитнес-трекером по Bluetooth. В данной схеме трекер – это система датчиков. Трекер оснащен датчиком сердцебиения, шагомером, акселерометром и некоторыми другими датчиками, в зависимости от модели. Здесь средство Bluetooth – это как раз средство идентификации и передачи данных. Устройство Bluetooth имеет свои уникальные MAC-адреса, что позволяет однозначно идентифицировать каждое подключенное устройство. Таким образом, данные будут считываться только с указанного трекера, а не с любого трекера, доступного в радиусе действия сети. Смартфон играет роль центра сбора и обработки информации.
Смартфон также взаимодействует с пользователем и предоставляет ему данные в обработанном виде. Еще одним ярким примером системы интернета вещей может служить система бесконтактной оплаты, которая находится сейчас во многих современных смартфонах, позволяющая оплачивать покупки без использования банковской карты. Здесь сам смартфон является как средством идентификации, так и платежным элементом одновременно. Средством связи здесь выступает, как правило, модуль NFC в большинстве смартфонов. И вторым средством передачи данных здесь является банковский терминал, который передает информацию на сервера, на банковские сервера, которые ее в дальнейшем обрабатывают и разрешают или запрещают транзакцию. Одна из самых перспективных реализаций интернета вещей – это реализация его в качестве умного города. Представьте себе город, оснащенный множеством датчиков, который может собирать всю необходимую для его эффективной работы информацию в режиме реального времени. Например, сможет вычислять проблемные места на дорогах, где постоянно образуются пробки, сможет более эффективно управлять светофорами, как раз для разгрузки этих самых пробок. Город, который видит и понимает, как передвигаются его жители, может построить максимально эффективную транспортную систему. Умный город не ограничивается только одним транспортом. Сюда также можно отнести все остальные отрасли. Например, энергетическая промышленность сможет только выиграть от внедрения технологии интернета вещей. Это позволит использовать энергию более рационально, а также даст возможность полного мониторинга всех процессов, что позволит принимать превентивные меры по устранению любых неполадок. Наверняка все вы знакомы с системами умного дома. Я больше чем уверен, что любой из вас хотя бы слышал об этих системах, если не видел даже их. Что из себя представляет система умного дома? Это прежде всего дом, так скажем, доверху забитый различными датчиками. Это могут быть и детекторы движения, и детекторы разбития стекла, детектор открывания двери, датчики температуры, датчики освещения. В доме должны стоять видеокамеры. Все это объединяется в одну умную систему под управлением одного компьютера. И этот компьютер связывается с вашим смартфоном. Вы с помощью своего смартфона можете управлять открытием-закрытием дверей, ворот, сигнализации, включать-выключать свет, включать-выключать электронику, различные приборы, осуществлять мониторинг температуры в доме, задавать нужный вам климат. Если в дом попытается кто-то проникнуть, вы тут же получите об этом предупреждение, получите картинку с видеокамеры, и происходит автоматическое оповещение охраны, ну или полиции, там, в зависимости от как там все устроено. Также интернет вещей планирует использовать в умном транспорте. Что такое умный транспорт? Конечно же, первым делом в голову приходят беспилотные автомобили. Но умный транспорт – это не только беспилотные автомобили, но и обычные машины, оснащенные различными сенсорами, датчиками и связанные с интернетом. Одно из интересных направлений, которое уже сейчас используется, это объединение системы автомобиля со смартфоном посредством сети. Через смартфон владелец может посмотреть показания многих датчиков в режиме реального времени, заблокировать или разблокировать двери, завести и заглушить двигатель. Можно посмотреть местоположение своего автомобиля, историю поездок и так далее, и так далее, и так далее. В будущем планируют создать такую систему, которая будет объединять все автомобили в мире. С помощью этой системы автомобили смогут обмениться информацией о дорожной обстановке. Это поможет в разы сократить число аварий, уменьшить пробки, увеличить скорость трафика на дорогах. Один из прототипов такой системы
Это когда автомобиль автоматически рассчитывает скорость, так скажем, как на картинке, да, например, несущегося вам наперерез автомобиля, понимает, что при вашей скорости вы с ним столкнетесь, и высвечивает вам предупреждение, чтобы вы снизили скорость или вообще остановились. Также одна из таких задумок смарт-мобилей – это, например, использование их зимой на гололеде. Здесь машина, которая определила, что покрытие скользкое, эта машина в левом нижнем углу, с помощью датчиков определяет, что покрытие скользкое, отправляет эти данные на сервер. Сервер рассылает всем автомобилям, которые находятся поблизости, предупреждение, что впереди скользкая дорога, а также автоматически вызывает службы для устранения этого недоразумения. Но опять же, это только все в мыслях. В реальности такой системы пока еще, к сожалению, нет. Но давайте же, наконец, перейдем к реальному использованию интернета вещей. У нас в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке используется такая технология. В ее основе лежит технология, основанная на RFID-метках. Каждая книга оснащается специальной меткой, в которой зашита информация об этой книге, а также с помощью этой метки происходит выдача этой книги через терминалы самообслуживания. То есть вы можете взять книгу, положить ее на терминал и выдать самому себе ее самостоятельно. Но об этом я расскажу чуть позже. Самое интересное здесь то, что с помощью этой метки полностью автоматически происходит запись книги в базу. То есть вы подходите к библиотекарю, он берет вашу книгу, прикладывает ее к терминалу, и терминал автоматически выдает эту книгу вам по базе. То есть не нужно ничего заполнять вручную. Тут же в базе ставится отметка, что книгу забрали, и другие читатели эту книгу не смогут уже взять. То есть они будут видеть, что книга уже у кого-то на руках. Также эти метки, они не позволяют выносить книги из библиотеки, не зарегистрировав их. Внизу на первом этаже стоят ворота, как стоят, например, в магазинах. Если вы попытаетесь пройти с этой книгой, не отметив ее у библиотекаря, загорится красная рамка, прилетят вертолеты, набежит спецназ, у вас лицом в пол, все, вы преступник, федеральный розыск. Как книгу можно выдать самому себе? Очень полезная, я считаю, вещь для таких людей, которые не любят общаться вообще с другими людьми, какие-нибудь интроверты. Есть такие вот у нас терминалы. Как он работает? Вот в это окошко кладется читательский билет, тоже электронный, специальный, который выдается внизу на первом этаже. Сюда кладутся книги, которые вы выбрали. Эти книги автоматически, без участия персонала библиотеки, выдаются вам на руки. То есть вы можете их так вот себе выдать и спокойно идти через вот эту вот злополучную рамку на первом этаже. Она не отреагирует, потому что книги отмечены. И точно так же книги можно сдавать без участия персонала библиотеки. Стоят у нас такие терминалы на первом этаже и на входе, и много еще где вы их можете обнаружить, если решите пройтись по библиотеке. Сюда кладется опять же билет. Это считыватель билетов. Но при сдаче книг билет прикладывать не обязательно. Достаточно принести лишь только книгу. Тем не менее, здесь можно еще и получать книги, опять же. Сюда кладутся сами книги. То есть нажимаете кнопку «Возврат» на терминале, кладете книгу, и книга автоматически списывается с вашего билета, попадает снова в базу библиотеки, то есть точнее не попадает, а отмечается как доступная для получения другими читателями. И все, на этом цикл закончен. Еще одна из таких интересных технологий, которые планируется применять уже в библиотеках Москвы, это технология
опять же, радиочастотной идентификации RFID, но здесь уже не только книги, оснащенные RFID-метками, но и шкаф, умный шкаф, который умеет считывать все эти книги, все эти метки на этих книгах. Представьте, что вы выбрали в терминале книгу, но дальше вам эту книгу нужно будет искать самостоятельно. Самостоятельно найти шкаф, самостоятельно найти полку и самостоятельно найти эту книгу. Вот. Задача упрощается с тем, что умный шкаф в базе данных отмечает, где именно стоит нужная вам книга, на какой полке и какой именно номер шкафа, да, чтобы не искать, там, не мучиться эту книгу. Также, как работает еще эта технология? К примеру, вы взяли книгу со шкафа, выдали, да, себе ее, как я рассказывал ранее, и ушли с ней домой. Приходит другой читатель и хочет ту же самую книгу, но эта книга была лишь, к примеру, одна, либо просто закончились, вы там забрали последнюю. Он оставляет заявку, что хочет эту книгу получить, как только она появится. Вы, в свою очередь, затем приходите, да, сдаете книгу, когда вам больше не нужна, кладете ее в этот терминал, он отмечает ее, что книга появилась, и пользователь, который оставил заявку, сразу же получает уведомление о том, что книга нужна ему появилась. Он так же, как и вы, затем придет, подойдет к терминалу, отметится и опять же снова увидит, где эта книга находится. Удобство в том, что куда бы вы ни поставили эту книгу, она всегда найдется. Проблема многих библиотек в том, что многие читатели берут книги, да, и потом ставят их не на ту полку. И потом найти такие книги становится практически, ну, невозможно. Ну, только если случайно на нее наткнуться. Так вот, эта технология с этой проблемой успешно справляется. Она позволяет находить любые книги на любых полках, где бы они ни стояли. Один из самых ярких примеров, на мой взгляд, это библиотека университета Чикаго. Это одна из самых больших университетских библиотек Америки. И что в ней такого интересного? Главное не то, что как она выглядит, да, красивая такая, красивый купол, а главное то, что под ней. Под ней находится книгохранилище, представляющее собой подземный бункер глубиной 15 метров. Бункер этот вмещает в себя 3,5 миллиона книг. Все эти книги хранятся в металлических боксах, и если читателю необходима книга, то в дело вступает роботизированный кран, который поднимает нужный бокс библиотекарю. Стоимость строительства этой библиотеки составила 81 миллион долларов. Так что я думаю, что вряд ли стоит ожидать, что подобные проекты в ближайшее время станут появляться повсюду. Как я уже говорил ранее, да, эта библиотека – один из ярчайших примеров использования интернета вещей. Здесь используются все такие вот самые передовые технологии, и даже здесь умудрились заменить огромный персонал библиотеки просто с помощью роботизированного склада книг. В заключение хотелось бы обсудить достоинства и недостатки систем интернета вещей. Из достоинств выделяют такие, как комфорт, эффективность, безопасность, полный мониторинг и помощь в принятии решений. Комфорт, о нем я уже рассказывал, как на примере дома умного, когда умный дом автоматически следит за климатом внутри помещения, охраняет дом, когда внутри никого нет, управляет электропотреблением всех приборов, ну и так далее, и так далее. Эффективность можно провести на примере электростанции какой-нибудь, умной электростанции, системы интернета вещей, которая автоматически распределяет нагрузку туда, куда это нужно. Безопасность. На примере безопасности можно рассмотреть такую систему, как система «Безопасный город». Такая система уже используется в многих городах, в том числе и в Южно-Сахалинске. Система «Умный город», она отслеживает людей по лицам, то есть полное распознавание лиц. Нахождение, местонахождение людей,
поиск преступников и прочее, прочее, прочее. Дальше, полный мониторинг. Что это такое? Полный мониторинг – это система, когда система собирает всю информацию об объекте и предоставляет данные о том, какие узлы требуют ремонта, обслуживания или замены. Или просто предупреждает, когда они скоро выйдут из строя. Помощь в принятии решений – это, ну, на примере, можно привести пример с автомобилями, да, как я ранее рассказывал, то, что система может предупреждать, к примеру, столкновение и подсказывать о том, что нужно снизить скорость или просто говорить о том, что впереди гололед или просто какая-нибудь опасность. Вместе с тем у интернета вещей также есть и свои недостатки, над которыми сейчас ведутся работы. Прежде всего, это высокая сложность системы. Необходимо использование огромного количества датчиков, системы обработки информации, а также все это нужно связать воедино, и чтобы это все работало слаженно, как часы. Отсюда вытекает высокая сложность внедрения. То есть не каждое, скажем так, предприятие, не каждая корпорация может просто так захотеть и поставить, внедрить в себе эту систему. К примеру, если рассматривать даже умный дом, то под каждый дом эта система собирается индивидуально, с учетом индивидуальных особенностей каждого дома. Одна из больших проблем системы интернет-вещей – это отсутствие стандартов защиты. Существует множество производителей умных устройств, но каждый из этих производителей создает, так скажем, свои какие-то стандарты, и нет единых стандартов, благодаря которым обеспечивалась бы безопасность подключенных устройств к интернету. Это все влияет на безопасность. Представьте себе, если, скажем, хакер взломает ваш умный дом и начнет, ну, грубо говоря, издеваться над вами в вашем же собственном доме. Полет для фантазии просто огромный. Еще одна из таких минусов это, один из таких минусов это плохая совместимость и интеграция. Что это значит? Это значит, что купив устройство, к примеру, разных производителей, не факт, что получится связать их вместе в одну единую систему. Не факт, что они будут работать вместе и обмениваться данными. Ну и последний такой минус, опять же, это он выходит из отсутствия стандартов защиты, это вопрос конфиденциальности. Нет никакой гарантии, что устройство, которое считывает о вас, да, допустим, может считывать о вас информацию, не будет его разглашать третьим лицам. На этом, в принципе, сегодня все, что я хотел рассказать вам об интернете вещей. Спасибо, что слушали этот урок. У меня все.